уровень скорости. Так мы завершаем проезд по Челябинской области. Сейчас уже будет Башкортостан. До Уфы осталось 100 с небольшим километром. Светит солнце и идет дождь. Прикольно, конечно. Красиво. Температура плюс 8 градусов. На машине вообще интересно вот так вот ездить по России, много чего видишь, там не увидишь того, что на поезде, например, поезд по железной дороге, на машине где захотел остановился, но сейчас у меня не получилось остановиться, потому что дождь идет, холодно, так хотелось поснимать вот эти города. Много у меня еще впереди, на Волге остановлюсь. Я уже там один раз вот в Энгельсе, когда ездил в Сочи на машине, в Энгельсе вот отдыхали, там песчаные берега, тоже интересная природа. Волга красивая, большая. Ну, буду еще тормозиться, отдыхать. Хотел поснимать здесь в Челябинской области города. Интересно, есть город Сим. Он прямо находится в низине, посреди гор. Так интересно застроен. Есть многоэтажки, и что в низине все. Видать, ветра там вообще никогда не бывает. Усть-Катав тоже. Все вот эти города, у них название идет от название рек, то есть в Сим, город есть Сим, Усть-Катав, Катав, река, и вот так много таких вот проезжаешь населенных пунктов, речка называется с таким названием, также и город. Такая вот у нас Россия с разными названиями, и смешных очень много названий и всяких. Я вообще вот много где на машине в Киргизию ездили на Иссык-Куль с семьей. Дочке тогда было, по-моему, 4 или 5 годиков. Вот ездили всей семьей на машине в Киргизию. В Казахстан ездили, ну много куда ездили. Вот в Крым ездили на машине. Как бы люблю путешествовать. Очень интересно. Супруга у меня все мечтала со мной проехать вот на Черное море на машине, но не получилось. Теперь будем жить на Черном море. Ну, красивая, конечно, сегодня погода. Солнце светит, ладно, в горах уже. И дождь идет. В Башкирию сейчас заедем, покушаем. Проехали мы уже от дома 2278 километров. Получается, за два дня, грубо говоря. Сегодня пока будет светло. Буду ехать, может, до Самары доеду. Как по силам своим буду себя чувствовать. На комментарии еще там не могу пока отвечать. Рулю. Сегодня, возможно, когда буду отдыхать, постараюсь ответить людям. Видел, много пишут. Спасибо всем, кто желает нам удачи. Очень приятно. Постараюсь всем ответить.
половину пути мы уже преодолели, даже вот перешагнули этот половинный рубеж. Уже у нас 2400 мы проехали, но осталось, получается, 2200. Чем ближе к Сочи, тем настроение поднимается уже. Ну все, Уфа у нас осталась в стороне. Теперь едем на Татарстан. Казань, конечно, мы не будем заезжать, она дальше останется. Мы там маленько Татарстан захватим, потом Оренбургская область будет. По-моему, потом Самара, или наоборот, если я не ошибаюсь. Это снова мы со своим котом Кузей. Добрались мы до Башкирии. Сейчас вот буквально проезжаем объездную Уфы. Уфа у нас справа. Очень большой тоже город. Я знаю, что он красивый. Такой же, как Казань. Ну, Казань, конечно, поинтереснее, но Уфа тоже ничем не отстает. Очень много больших домов. На камере не видно, но большой город, мегаполис. Я не знаю, миллионник нет. Очень прикольная трасса, качественная. 6 полос. Едешь и отдыхаешь. Местное время сейчас здесь 8 часов 16 минут. Также 2 часа разницы с Кемеровской областью. Но светло прям, солнце светит. И температура вот плюс 17 градусов. В Башкирии, я знаю, тоже богатый регион. Нефтью занимается. Не знаю, может быть и газом тоже. Нефть есть, значит, уже работать есть где. Город перспективный, Уфа. Такая вот дорога. Не знаю, как будем сейчас. Пока светло, будем ехать и ехать. Так, вроде усталости сильно не чувствую. Пусть так и будет солнечно и все хорошо. Над страной нашей необъятной.